В Подмосковье действует экологическая программа по сбору и утилизации отработанных покрышек «Шина-2018», реализуемая Министерством экологии и природопользования Московской области совместно с Фондом рационального природопользования. Сегодня первый контейнер для сбора старых шин появился в Видном на Белокаменном шоссе. Их будет у нас установлено, сейчас есть договоренность, 4 штуки. Это на Донбасской, здесь на Белокаменном шоссе, на выезде из микрорайона, 6-го микрорайона, на улице Березовой. И 4-й контейнер, скорее всего, мы установим около троллейбусного парка. Большая, огромная просьба захоранивать их именно в этих контейнерах. Программа «Шина» – это только часть большой работы по организации системы раздельного сбора мусора в Подмосковье. Отработанные покрышки разлагаются в земле более 100 лет. При этом происходит загрязнение почвы и грунтовых вод токсинами и канцерогенными веществами. К тому же с 1 января 2019 года захоронение шины камер будет законодательно запрещено. Потихонечку жители начинают понимать, что надо к этому идти. Вывоз мусора – это огромные суммы, которые, в общем-то, и благодаря вот этим программам будут гораздо меньше. Вот. А это все из карманов жителей. Сдать можно любые шины – от легкового, грузового и мототранспорта, с дисками или без, и даже рваные. После переработки из них делают травмобезопасные покрытия для детских площадок, стадионов и парков. А также используют в изготовлении кровельных покрытий и дорожной плитки. Резина идет на измельчение. Металлолом, металлический корд, он идет на спекание в такие большие таблетки и идет на переработку непосредственно на металлургические заводы. А из тканевого корда мы делаем дорожную плитку. Все пункты сбора старых покрышек в городе будут располагаться вблизи станции шиномонтажа. Это позволит сдавать переработку шины не только автовладельцам, но и работникам автомастерских. Для многих автомобилистов подобные контейнеры станут решением большой проблемы, поскольку не каждый знает, куда девать старые шины. Старые шины, когда они выбрасываны, их некуда выбрасывать просто. Мы их как бы клиентам отдаем, они уже сами их куда там девают, неизвестно. А так, если есть место, куда их складировать, то это очень удобно. На монтаж отдаем. А, шиномонтаж. Да, на утилизацию. Складываю на даче. Я не знаю даже куда. Сейчас где-то приемные пункты сделали, ну, сдают. Но я, в принципе, не знаю даже где. Ну, молодцы, конечно, придумали то, что вот куда-то переработку отпускать. На данный момент около 5 миллионов покрышек уже переработано во вторсырье. А есть ли среди них ваши? Екатерина Борисова, Константин Брылов, Елена Кошелева, Видное ТВ.